И снова здравствуйте, всем привет. Итак, еще для конспекта новая информация, которая нашлась на полях YouTube. Спасибо автору канала, который этот ролик сделал, чтобы были у нас, значит, возможности больше в каких-то мультфильмах, проектах, в локациях. Спасибо, сразу скажу, за помощь в том, что помогли разобраться, значит, с включением клавиши F3. Ну и давайте рассмотрим все это дело. Ссылка на этот канал будет в описании. Зайдите, посмотрите оригинальный ролик. Так, теперь, что нам понадобится? Выбрать какой-нибудь предмет. Допустим, у нас алмазы, выбрать план. Перед этим мы заходим в Edit преференции. Находим аддоны. Так, пишем Scatter. Подключаем аддон Object Scatter Object. Все, галочку ставим, все подключили. Следом, что у нас получается? Мы должны включить рабочее вот это окошко, это клавиша F3. Вот здесь вводим скатер и выбираем, значит, из списка. Давайте посмотрим, как это дело происходит. Я уже это все тестил. Так, пишем. Скатер, и вот, object, скатер, object. Мы его включаем. У меня не включалась клавиша F3. Почему? Потому что у меня ноутбук без нумпада. Я забыл за клавишу FN, которая находится внизу. Забыл ее, значит, предназначение, так сказать. И спасибо автору, что именно направил на эту клавишу мой взгляд. И включилась клавиша F3. Так. Теперь что мы делаем? Рисуем просто, вот где хотим разбросать какие-то вещи. Ну, вот алмазы, где у нас должны разбросаны быть. Там вот здесь вот, допустим, вдоль куч золота. Вот так вот. Заходим, находим Select Box, вот этот, верхняя тулы. И здесь у нас Object Scatter. Здесь Density, значит, у нас получается количество алмазов. Потом здесь у нас раскид. На какое расстояние, ширина вот этого всего действия. Потом scale, это у нас размер алмазов. Потом seed, это у нас вариации. Вот такая штука. Когда вы все настроили и у вас, вас это дело устраивает, тогда нажимаем клавишу Enter. И вот они, наши алмазы. Так, поднимаем их кверху. Или там, где они у нас находятся. Смотрим, как они разбросаны. Вот чуть-чуть они у меня тут прячутся, значит, в mesh. Значит, здесь еще можно... А ну-ка, работают настройки после Enter? Нет. Это уже дело не работает. Ну, в принципе, нам это дело в следующий раз уже и не понадобится. Вот они... Поглотились, значит, нашим мышем. Здесь они у нас наверху, здесь они у нас на мыши. Вот дальние у нас провалились. Давайте попробуем зайти в Edit Mode. Смотрим, можно ли с ними работать. Так, камеру отключу, свет тоже можно подключать. Нажимаем английскую, значит, C. А нет. Почему нет? Когда должно быть да. Значит, так, это как у нас получается? Так, вот этот центральный алмаз мы сможем... Ага, если мы его удаляем, то в принципе все game over. Здесь S. Если мы его прибавляем, то он, значит, и прибавляет наши вот эти всякие вещи. Если мы его двигаем, двигаются все у нас вот эти разбросанные штукенцы. Угу. Все понятненько. Так, это дело мы сейчас, значит, алмаз удалим. И попробуем добавить на вот этот mesh. Так, выбираем алмаз, выбираем нашу пещеру. Делаем F3. Выбираем Set Object.
нарисуем вдоль наших куч по другому мешу. Так, смотрим, что у нас тут количество. Раскид. Значит, еще раз проверяем вариации, как лучше. Потом, значит, ротация, перекрутка. Тут можно ее крутить. Так, офсет, рандомность. Смотрим, так поближе подведу. Вот, рандомность. Одни больше будут, одни меньше. Ну, нам там, кстати, так, в принципе, не надо. Потом у нас радиус 3 метра. Все вот это что делает? Делает перекрут. Все нормал, по нормалиям. Отключим. Так, ротация покрутим. В принципе, все. Жмем Enter. Так, пардонте, жмем Enter на окне. Во. И вот у нас уже разбросаны алмазы, да? Прикольная штука. Можно разбросать так и камни, и все остальное. Так, что у нас там, где оно? Так, часть у нас находится снизу. В принципе, что, прикольно. Так, где у нас сам центральный алмаз теперь находится? Во, вот так будет зашибись. Мы его теперь можем увеличивать в размерах, а его потом скрыть. Ну и все. Ну, скрыть именно для рендера, чтобы его не было в этом в ролике. Это отключить. Значит, это какая штука у нас? Шейпинги. Где-то же она должна быть. Выбираем ее. Ctrl-I. Остальное, значит, H. Смотрим, что у нас осталось включенное. Вот. Вот эта штука. Shaping Clips. Все понятно. Alt-H. Возвращаемся назад. Выбираем вот эту штуку. И все. Можно, значит, здесь корректировать все это дело. Делать. Подтягивать, вытягивать. Но плохо, что... А ну-ка. Так вот они разбросаны, но это уже высоко они лежат. Тройка на нампаде, единица на нампаде. Вот верхние, вот нижние тут уже высвечиваться не будут. Но они присутствуют, значит, как-то же их можно... А, все, можно, пардонте, объект, конвертация в mesh. Тогда вот этот уже можно удалить. Нет. Не удаляется. Вот это... А, если его... Подождите, его мы конвертируем в mesh. Но он все равно за них отвечает. Ну ничего, центральный можно, значит, для рендера отключить. Скрыть его как-то. И все будет работать. Ну вот, а ну-ка, если эту add конвертация в mesh. Region. UVS. Так, теперь если он конвертирован, Edit Mode, нет, он не выбирается. Виртуальная такая раскидка, ну, в принципе, ничего, пойдет. Все нормально. Так, что у нас тут? Object Mode. Ну вот нарисовать чуть-чуть, допустим, для красных, для синих, для зеленых алмазов на кучу. О, давайте попробуем на кучу их раскидать, а?
Так, если мы выберем, какой тут у нас присутствует алмаз. Так, ну давайте вот этот удалим. О, Ctrl-Z. Эти, значит, мы можем еще удалять, оказывается. Ага. А этот остается цельный. Так, выбираем алмаз, выбираем кучу. Посмотрим, как она на куче алмаза будет смотреться. Опять же, клавиша F3. Опять же, этот, значит, аддон. И рисуем. Тут чуть-чуть, где тут чуть-чуть, где там чуть-чуть. Во. Настройки, в принципе, можно еще уменьшить, чтобы их поменьше было. Можно, чтобы побольше было. Можно разные делать. Этих поменьше, значит, красных. Потом зеленые. Монеты тоже добавить таким же образом. Так, раскид 3 метра. Так, уменьшаем поменьше. Слипаются. Это нам не надо. Так, вот это что у нас? Размер. Scale. UV Normals. И сид вариации смотрим уже. Так. О, наверху хорошо. По бокам. Ну, где-то, наверное. Да, вот такая вариация пойдет. И опять же жмем, что у нас получается. Enter. И вот у нас на куче вот эти вот алмазы. Размер их маловатый, значит, можем выбрать вот этот центральный и S. Он привязывается к пивоту, так что мы можем пивот потом, ну, просто отнести в бок, чтобы он уже в сцене не был. Так. Вот у нас уже большие алмазы. Теперь у нас средние алмазы. R. А ну-ка, крутятся они? Да, если мы крутим его, то у нас крутятся и алмазы. Ну, система прикольная. Так, вот такая вот информация. Все, всем пока, до свидания.